Здравствуйте! Сегодня в нашем видеообзоре мы поговорим о новинке 2016 года в климатическом комплексе Panasonic VK655. Для начала несколько слов о том, что такое климатический комплекс. Климатический комплекс – это прибор, который сочетает в себе сразу несколько функций, а именно увлажнение воздуха, очистка воздуха, а также его ионизация. Традиционно начнем с дизайна, а рассказать здесь, поверьте мне, есть о чем. Пожалуй, впервые в своей истории компания Panasonic представила действительно интересный дизайнерский климатический комплекс. Он имеет наклонную переднюю панель, выполненную из акрила, панель сверху покрыта золотистой накладкой. Элементы управления, а также световая индикация LED-дисплея вынесена также на переднюю панель. Данная индикация может отключаться в темное время суток, о чем мы дополнительно скажем позже. Снизу у климатического комплекса также присутствует подсветка, которая в дополнение сигнализирует о том, насколько загрязнен или чист очищаемый нами воздух в помещении. Данный климатический комплекс прекрасно впишется практически в любой интерьер, будь то квартира, загородный дом, магазин или даже салон красоты. Несколько слов о технических характеристиках этого климатического комплекса. Его производительность по увлажнению составляет 500 мл в час. Комплекс способен очистить эффективно воздух в помещении до 40 квадратных метров. Помимо дизайна, компания Panasonic в данном климатическом комплексе смогла разместить достаточно широкий функционал, включающий в себя не только очистку и увлажнение воздуха, но также и экономию электричества. К функционалу мы можем отнести следующее. Система Econavi, состоящая из датчика определения человеческой активности и датчика освещения. Также сюда входит система очистки воздуха с помощью ионов NanoEG. Ну и, конечно же, к функционалу можно отнести широкий набор фильтров, который включен в данный климатический комплекс. Об этом мы поговорим несколько позже. Рассмотрим подробнее каждую из функций. Функция Econavi. Как я уже сказал ранее, она представлена датчиком распознавания человеческой активности. Когда человека нет в комнате, прибор работает в режиме энергосбережения и очищает воздух в автоматическом режиме. Как только человек появляется в помещении, датчик в радиусе 10 метров определяет его активность и переключает прибор на режим повышенной очистки воздуха. Следующим элементом системы Econavi является датчик освещенности. Он реагирует на уровень света в помещении и регулирует LED-подсветку передней панели. Если в комнате светло, то подсветка работает на максимальной яркости. Если в комнате стало темно, то автоматически система либо понижает интенсивность LED-подсветки, либо полностью выключает ее, что полезно в то время, когда человек спит и его не раздражает излишний источник освещения. Также данный датчик способствует переходу прибора в ночной режим, когда не только выключается LED-подсветка, но и снижается шумовое давление, так как вентилятор прибора работает на пониженных оборотах. Третьим элементом системы Econavi является режим самообучения. В этом режиме прибор анализирует, в какое время суток достигается наибольший уровень загрязнения воздуха, и при последующих включениях за 5 минут до этого периода включает максимальный уровень очистки воздуха. Комбинируя все три названные функции Econavi, достигается не только комфорт использования прибора, но также существенная экономия электроэнергии, что делает прибор еще более привлекательным для приобретения. Следующая функция увлажнителя реализована с помощью очистки воздуха ионами. Ионизатор NanoI генерирует отрицательно заряженные ионы. Они соединяются с молекулами воды и выходят из прибора наружу. Данные ионы успешно справляются с аллергенами, неприятными запахами, а также нейтрализуют вирусы и бактерии путем разрушения их оболочек. Благодаря маленькому размеру ионы глубоко проникают внутрь поверхности, таких как ковровое покрытие, мебель и даже одежды, и точно так же эффективно справляются в них с различными неприятными запахами, аллергенами или вирусами и бактериями. Обе перечисленные функции Econavi и NanoI легко включаются на передней LED-панели с сенсорным управлением, где мы можем включить или отключить систему Econavi, а также включить или отключить систему ионизации воздуха NanoI. Третьей функцией воздухоочистителя является совершенная система фильтрации. Для того, чтобы посмотреть и разобраться, какие же фильтры присутствуют в нашем воздухоочистителе, нам нужно развернуть прибор. К слову сказать, что впервые компания Panasonic вынесла все фильтры на заднюю панель.
мы их сейчас детально рассмотрим. Для этого развернем прибор. Сзади присутствует крышка, которая легко снимается, и мы имеем доступ к нашим фильтрам. Первым фильтром, который нас встречает, является фильтр грубой очистки. Данного фильтра ранее не было в воздухоочистителях Panasonic. Он похож на фильтр грубой очистки в кондиционерах и, в принципе, выполняет те же самые функции. Он задерживает крупные частицы пыли, будь то пух, крупная пыль, шерсть животных и другое. Он очень легок в обслуживании, для этого его достаточно помыть под проточной водой и высушить. Вторым фильтром является комбинированный HEPA-фильтр. Он состоит из трех элементов и, соответственно, выполняет три функции. Первый элемент называется Super Allerobaster фильтр, который уничтожает 99% аллергенов. Вторым элементом является фильтр с энзимами, которые борются с бактериями. И третьим элементом является фильтр с экстрактом зеленого чая, так называемый экстракт катехин. Он отвечает за разрушение вирусов, так как является самым сильным природным антисептиком. Третий фильтр – это угольный деодорирующий фильтр. Предназначение данного фильтра – эффективно уничтожать все неприятные запахи. Особенно эффективно этот фильтр борется с запахами при приготовлении пищи, а также с различными запахами горючего происхождения, допустим, сигаретный дым. И четвертым фильтром нашей фильтрующей системы является так называемый деформальдегидный фильтр. Это новый фильтр. Ранее компания Panasonic не использовала его в своих очистителях. По структуре он напоминает угольный фильтр, но содержит специальные активные вещества, отвечающие за поимку и уничтожение формальдегидов, которые также присутствуют в сигаретном дыме, а также выделяются из некачественной мебели или некачественных строительных материалов со временем. Данные фильтры также нуждаются в минимальном обслуживании, их достаточно протирать слегка влажной тряпочкой. Срок службы этих фильтров составляет 5 лет. Также в системе очистки воздуха Panasonic присутствует еще один фильтр, так называемый водяной фильтр, который в том числе отвечает за увлажнение воздуха. Доступ к этому фильтру осуществляется с левой боковой панели. Для этого мы снимем сначала резервуар для воды. Объем резервуара 3,5 литра. И потом непосредственно вытащим сам фильтр. Это фильтр мельничного типа. Он медленно крутится. Вентилятор сдувает с него увлажненный воздух в помещении. Обслуживание этого фильтра достаточно простое. Мы его снимаем, опускаем баночку с теплой водой, промываем и вставляем обратно. В поддоне под водным увлажняющим фильтром также присутствует еще один контейнер. Данный контейнер, вот он, содержит элементы, которые смягчают и обеззараживают воду. На передней панели климатического комплекса отображается текущий уровень влажности. В норме он должен быть от 50 до 70%. Также на передней панели вы можете видеть все активные и неактивные функции прибора, в каком режиме он работает и уровень очистки помещения, который в данном случае выделен синим цветом, что означает, что помещение сейчас чисто. В заключение хочется сказать, что перед нами премиальный климатический комплекс, который имеет уникальный дизайн и совершенную систему фильтрации, уничтожающую до 99,9% бактерий, вирусов и других загрязнителей. Мы рекомендуем данный климатический комплекс всем, кто ценит красоту и свое здоровье.